Мы вошли в позицию после дивергенции дельт, достаточно сильной и видимой, образование HFT объема, останавливающего с достаточным перевесом в сторону ASK. Затем происходит образование HFT объема противоположного характера. При этом очень сильная контратака по количественной дельте. Это говорит о том, что включились алгоритмы и выкупает цену, даже несмотря на то, что она достаточно высока. А вот этот HFT объем говорит о том, что здесь множество трейдеров с достаточно крупным капиталом зашли на продажу. Соответственно, есть огромнейшая вероятность в данном сочетании, что цена пойдет дальше. Это означает, что мы обязаны в таких ситуациях ликвидировать свою позицию и ждать, смотреть новую точку входа. Также ситуация по нефти. Хороший HFT объем после пробойного HFT объема, остановка, уровень объема, дивергенция. Есть потенциал движения к пробойному HFT объему. Но после некоторого снижения у нас на тени свечи образовывается останавливающий HFT объем противоположного характера с перевесом 94% по бидам. Это означает, что мы обязаны ликвидировать как минимум половину позиции и по оставшейся части перевести стоп в безубыток. На тот случай, если вот этот сигнал, он окажется разворотным, и цена пойдет снова на перехай. Наша задача быть в позиции до тех пор, пока не поступит новая существенная информация, или же цена не достигнет цели. Всем хорошего дня, на связи, пока.